Позавтракали, и сейчас мы идем играть в теннис. Просто все три дня, что мы здесь находились, была очень солнечная погода, поэтому мы отдыхали, загорали и работали над своим загаром. Здесь прохожу то же задание, что и в прошлом влоге. Это меня как прям тянет на креативность. Вот. Сейчас мы идем играть в теннис, и потом поедем в старый город. Мы специально оставили вот этот день, когда показали, что будет тучки 24 градуса, на то, чтобы сделать все, что мы хотели в этом плане сделать. И да, мы только что еще записались на тест, чтобы улететь обратно. Нам нужен негативный тест. И мы зашли в типа как поликлинику здесь на Ибице. Это так прикольно сидеть такой, типа а-ля у доктора на Ибице. Все испанцы такие добрые и милые. Мы когда зашли, мы хотели бы снаружи подождать, потому что, да, там два сиденья было свободно, но мы этого не видели. Они такие, заходите, заходите, садитесь. Мы такие, ой, ребят, вы такие тут все добрые. Мне вообще испанцы нравятся. У них здесь у всех такое расслабленное отношение к жизни. То есть никто никуда не спешит, никто ничего не гонит, все такие с хорошим настроением. Прям это чувствуется. Ну, конечно, если бы я на таком острове жила, у меня бы тоже, я думаю, плохого настроения никогда не было. Вот. Да, очень приятно. Сейчас я сниму, как мы поиграем в теннис. Это такой не нормальный теннис, а называется пэдл теннис. Там такими, ну, как ракетками. Не знаю, для бейсбола. Да, короче, другие ракетки. Да, я все покажу и... We'll be right back.
Мы сейчас всего 30 минут играли. Боже, мне так хорошо. Я как снова почувствовала себя опять ребенком, знаешь, когда, знаете, когда лицо вот так уж прям горит от радости, от того, что тело двигается. В общем, у меня аж прям драйв. Это такой кайф, я себя так приятно чувствую. Сейчас мы еще 30 минут поиграем и пойдем уже в отель. Я хочу помыть голову, переодеться, подготовить себя к городу. И завтра я решила, мы утром опять придем сюда играть, потому что это офигенно для лимфы, для общего состояния. Господи, ребят, спорт — это жизнь. Вот знаете, кто-то раньше такую фразу мне говорил, я такая, да-да, конечно. Но сейчас я это начала понимать. И, кстати, одиноким девочкам, если поедете когда-то на отдых, идите играть в теннис, тут столько красивых мальчиков, и причем они друг с другом играют. Мне кажется, мужчины, которые сейчас занимаются спортом, это очень круто. Мой мальчик занимается. Okay. Да, и очень круто, как парочкам такое, знаете, если на отдых куда-то едете, пройдитесь, посмотрите, где теннисные корты, поиграйте вместе. Это, мне кажется, еще так заряжает дух отношений, знаете, так мы как команда играем. В общем, да, команда пошла играть дальше. Of my moonchild, of my moonchild. Уже вернулись с тенниса, я помыла голову, мы приняли душ, я ужасно натерла себе ноги, это ужас какой-то, вот, поэтому, да, я в городе куплю какие-нибудь шлепки и сейчас залеплю это все пластырем. Я еще что-то смотрю, думаю, блин, первый день я натерла своими шлепками ноги, сейчас я на этом теннисе, то, что мы без кроссовок играли, у меня такое прям на большом пальце с внешней стороны мозоль, и я думаю, может быть, это мне говорит вселенная, что я неправильно иду, и что я не движусь не в том направлении. Но какое направление конкретно имеет в виду? И у меня столько вопросов вообще. И я такая, стоп, не думаем об этом. В общем, да, я хотела вам показать, как я оделась. Этот кулон я купила на Ибице еще 3 года назад, когда я здесь была. Это мне подарил мой мальчик на мой день рождения. Это футболка из Зары, белый топ я одела, и эти штаны мне мама купила тоже на мой день рождения 4 года назад, и мне они так напоминают Ибицу. И с собой я беру такую сумочку, и там у меня свитер, потому что вечером довольно-таки прохладно. Та-да! А, и сережки мне тоже мама купила, это обычные такие, как кольца. И, конечно, маска. You can't read it on the faces, it's a minute to midnight. There's no way I'm feeling blue, cause in a minute at midnight I'd be busy kissing you. And under the sky will blossom up into a million colors, rising from the sea there is some know. Busy kissing.